Так, ладно, мы увидим. Вот так поставлю. Значит, что я делаю? Я собирала бутылки из-под молока. У меня муж покупал молоко на рынке и приносил. Мы иногда козленка поим, ну или поим, как правильно. Вот, а иногда сами кушаем. У нас коза мало дает молока, она временно больная. Вот, и значит, молока не хватает, а если даже я даю, козленок выпивает. И вот нам он покупает молоко. Вот я, значит, их вот собирала, теперь отрезаю. А я у нас ванна еще не сделана. То есть ремонт еще ванной нет. Сегодня баклажанчики я вот собирала, видите, обрезаю их, срезаю, вот сейчас помою и хочу баклажанчики. Каждый день делаю, потому что денег иногда не хватает, а иногда и жалко, сначала купишь, а потом думаешь, сделаю-ка я их где-то стаканчики. Я каждый год сажаю дырочки, я чтобы подоконник не портить. Ничего не, если так нормально поливать, то эта вода не застаивается, она высыхает, земля высыхает, и нормально вообще. Вот, вот такие вот стаканчики. Вот. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Начну баклажанчики. У меня там баклажанчики хорошо выросли уже. Хорошенькие такие баклажанчики. Потом я их мочалочкой и губочкой помою. Вот это я выкидываю. Можно и не выкидывать, но они все в молоке. Посмотрю, я никогда не закрываю. Я поздно сажаю все. Никогда не закрываю, поэтому, в общем, вот нам выкидывают верхушки. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мне 15 штук надо. Получилось, я обрезала, сколько у меня было баклажек. Эти все в молоке, ну, в общем, мне не понадобится, я их выкину, мыть не буду. А эти вот у меня вот обрезаны, я их помыла. Вот не знаю, думаю, ножничками, наверное, немножко их надо подрезать. Подрежу, сейчас баклажанчик принесу. Вот у меня целый тазик собрался. Баклажанчики сейчас принесу. У меня вот есть земля. Я взяла у нас в магазине вот такую землю. Фиг просил такую землю. Ну, там баклажанчики есть. Сейчас я их хочу пикировать. Ну вот я обрезала. Вот. Чтобы руки себе потом не порезать. Сейчас поставлю камеру, чтобы был обзор. Не знаю, видно будет, нет. Вот так вот. Три штучки осталось подрезать. Я вот так вот ножничками их подрезаю. Вот у меня баклажанчик я уже принесла, вилку, все приготовила, поливаю их. Вот. Сейчас мне надо их пересадить. Им там тесно уже. И стаканчиков лучше будет расти. Я землю, а это я потом уберу, венчиком подмету. Сейчас вот у меня землю тут уже открыла. Сейчас вот прям руками вот, вот так вот накладываю. Потом все уберу. Вот. У меня там 15 кустиков, по-моему, но вместе с маленьким. Маленький тоже жалко, я их сажаю все. Потом я сечу одну, по-моему. Показывать, как я все это делаю. Сейчас вот
несколько штучек посажу. Вот, остальные потом выключу камеру и потом остальные буду досаживать. Ну, чтобы время не забирать ни у себя, ни у вас. Вот. Как я это делаю. Вот у меня 4 баклажечки я приготовила. Вот у меня тут баклажанчики. Вот эти вот хорошенькие, веселенькие. Сейчас тут я их буду вытаскивать. И сажать. Вот. У них, по-моему, не очень-то большие. Вот. Ну, вот такой вот корешочек. Я думаю, видно. Вот такой вот хороший корешочек. Большой. Вот сейчас я, чтобы не снять. Вот в эту большую сейчас засуну. Вот так вот. Вот и все. Подсыпем немножечко. Вот такой баклажанчик. Вот один. Сейчас посадим второй, этот поменьше. Я их все посажу. Вот. Сразу досыплю, чтобы потом натаскаться с землю. Вот. Вот так вот я досыпаю. Не знаю, камера может быть далеко стоит, поближе поставить. Сейчас я сюда попробую поставить, не знаю, видно будет, нет. Ну вот я набрала землю, у меня один пакетик ушел, вот желтенький. Вы знаете, вот которая земля, вот по 80 рублей я брала, она намного лучше, вот ее видно, тут вот добавочки какие-то белые. Вот, а которая брала землю в фикс-прайсе, она вот совсем другая. И она вот по сравнению с этой землей намного хуже. Вот, ну в общем сейчас я буду сажать. Сейчас сюда поставлю. Камеру. Я думаю, будет видно. Вот. У меня тут вилочка. Вот. Вот так вот. Ну чего они хорошо приживутся. Вот. Потом полью и отнесу на подоконник. Корешочки неплохие, в общем-то. Вот. Вот так вот. Еще один. Не знаю, видно, не видно. Смотрю. Не видно. Надо ниже опускать. Что-то придумать. На баллон камеру поставить. Вот так. Не видно, оказывается, совсем. Вот. Вот корешочек. Семельки. Вот так вот. Да.
маленький тоже посажу. Вырастут. Я от жадности, не от жадности, а у меня первый баклажан и сеяла, не взошли ни свои, ни магазины, и семена. И я их столько понасеяла, побоялась, что я останусь без баклажан. У меня теперь столько баклажан вылезло. Что я с ним буду делать? Ну, наверное, раздавать буду, не знаю, что. Куда? Вот жалко выкинуть. И труд все-таки, и деньги. Вот и... Вот так вот. Ну, эти вот у меня самые большие, а те поменьше все. И вот я их каждый год вот так пикирую, чтобы они у меня... Они, во-первых, когда много места, и корешки будут получше, побольше. Вылазить хорошо отсюда баклажаны. Вот так помнешь, помнешь вот так. И вот так вытаскиваешь. Хорошо вылазят. С землей прям, с корешка корни прям все целые. Прям это, вот это все в корнях будет. Корешки не повреждаются, когда вытаскиваешь все это. В общем, мне нравится. Вот. Дырочки я не делаю, чтобы подоконник вообще, чтобы вода не лилась. А если сильно не поливать, не заливать, они ничего с ними не будет. Все нормально. Вот. В общем, вот. Так вот сажаем. Не знаю, чем было полнолуние, полнолуние, что девочки там писали. Я что-то в этом году на Луну не смотрю. Каждый год смотрела. Сажала по Луне. А этот год что-то прям вот не знаю. Не хочу смотреть на эту Луну. Прям вот так вот. Решила сегодня посадить. Вот сажаю. Все. Даже не знаю. Мне кажется, уже полнолуние прошло. Вот. Вот так вот. Вот берем и сажаем. Вот какой. То ли корень, то ли что. Не знаю. Кому к земле прям. Или это все в корне. Корень нам так разросся. Смотрите, что. Что делать-то. Вот так вот. Всю землей засыпем. И полы тоже. Ну, уберу потом, что теперь. Вот. И на столе вот 4 штучки. Сейчас вот еще там этих не хватит. Пойду там еще выдерну. В общем, все засажу, все эти стаканчики, что у меня есть. Вот. Вот так вот. Так вот мы сажаем, кируем. Вот. Вот. Два вот таких маленьких. Я его тоже посажу. У меня 3 стаканчика остались. Сейчас сюда землю подсыплю. Посажу, мне там помидорки еще остались, семена. Я их специально купила. Мне же цветочки астры купила. Подсажу. Ну вот, видите, что у меня получилось. Сейчас еще 4 штучки пойду там выкопаю. У меня много баклажанов. Я насеяла. Побоялась, что у меня не без баклажана останусь. Вот сюда, в эту земельку, я подсыплю земли, земли вот сюда. И еще что-нибудь посею. Сейчас полить надо, вон уже вянет. Ну так, вот сейчас одну я поливаю вот этой вот штучкой. Купила, она у меня все больше для рассады идет. Вот. Поливаю я тепленькой водичкой. Вот.
сейчас полью, водичка тепленькая. Вот так полью под корешочек. Вот. Не знаю, сейчас вот пока приниматься будут, я, наверное, оставлю здесь их на окне или на окне на столе. Или туда уже унести. Значит, я что-нибудь придумаю. У меня на окне солнышко. На одном окне утром солнце, на втором окне вечером солнце. И я даже притеняю, я не летом, уже где-то в апреле, я притеняю окошко, приходится притенять, потому что вянет от солнца, вянет рассада, я или газеты на окно клею, вот с утра и до обеда я клею, потому что от солнца, значит, вянет рассада, хоть даже поливают, все равно вянет, очень жгет солнце. Но сейчас вот пока нет, но в апреле опять придется, я потом покажу, опять придется. Ну вот, полила, сейчас отнесу. Ну вот у меня что получилось, вот этот немножко подвял, который он у меня упал. Видите, подвял немножко, но он отойдет. И у меня даже один год на окошке подмерзли они. Я поставила на окно, вон туда на окно, а там холодно. И они у меня замерзли. Вы знаете, я их к печечке поставила, отошли, ничего. Баклажанчики, они ничего, они отойдут. Ну вот так вот. Вот я хочу показать свою рассаду. Вот я, где у меня не вылезли перчики, я подсеяла, у меня вот баклажаны, видите? Вот где у меня пусто было, вот здесь вообще ничего нет, или это я тут, наверное, вытаскивала. У меня, значит, одну решетку вот такую кот съел, петунию. Он не съел, он прям лег, ее потоптал, даже вот эти спичечки, не спичечки, а вот эти зубочистки, вы знаете, не помогли. Вот что-то у меня эти две плохо, а вот всего, что я съела, у меня вот они растут. Вот, вот эти помидоры мне надо вот пикировать. Видите, они у меня вытянулись. Я уже там посадила. Не знаю, может, хватит даже. Посмотрим. Вот мои перчики. Вот это... Как ее? Господи, забыла. Касторка. Касторка мы ее называем так. Вот 6 штучек у меня. Вот у меня баклажаны еще. Вот эти поменьше. Сейчас вот отсюда 4 штучки вытащу, посажу. Вот у меня, видите, какие они? Вот. Это баклажаны. Вот вылезли так дружненько. Я уже так их часто насеяла. Думала, что они... Так, проверяю я рукой. Вот их уже поливать надо, сухая земля. Вот. А вот у меня перчики. Вот эти перчики я посадила вот в стаканчики. Вот они мне хорошо растут, видите, вот такие хорошенькие, веселенькие. Но почему-то вот горький перец, который вот, это, как он, в общем, горький. Вот, и это, он у меня вот, почему-то они мельче намного. Вот смотрите, вот это горький перец, а это вот сладкий перец. Вот смотрите, какие хорошие перчики у меня выросли. Смотрите, прям дружненькие, хорошенькие. Вот, хороший перец. Горький только. У меня там еще насеяло. Сейчас покажу. Вот. А вот сюда я взяла и посадила к цветам, где цветов нету. Он у меня залез, кот потоптал половину тут. И ничего, вот эти вот, ничего не помогает. Вот. Вот такие вот у меня хорошие перчики. Дружненькие такие. Вот, к солнышку тянутся. У меня утром здесь солнце. На этом окне. Вот тут у меня еще баклажанчики. В общем, баклажанов много. Буду раздавать, наверное. Вот это у меня вылезли. Я даже не знаю, что это вылезло. По-моему, помидоры, не помидор. По-моему, это перец. Это перец, на помидоры не похоже, наверное, перец. Я не подписала, уже не стала ничего подписывать. Вот у меня помидорчики тут. Я их пикировала, вот они у меня стоят. Вот, неплохие. Но у меня почему-то в некоторых земля, видите, заплеснела. И у меня ничего дома нет. Я ездила в город. Вот это у меня табак. Вот он растет. А вот это у меня вот горький перец. Острый, как говорят.
И вот у меня помидоры. Вот такие вот помидоры мои. Вот они, не знаю, что они вот не очень-то плохо как-то идут. Но они хорошенькие, веселенькие вот стоят. Но я думаю, они пойдут. Вот так вот я их в теплечку посажу. То у меня тут мошки летают. Надо попрыскать. Вот такая вот у меня рассада. Вот. Что-то мошки летают. Как-то приостановились на одном месте. Плохо растут помидорки мои. Ну подождем.